Люди старшего поколения с современными технологиями и ресурсами на «ты». Более 1000 югорчан в этом году прошли обучение цифровой грамотности. Слушатели специальных курсов узнали, как пользоваться компьютерными устройствами, поисковыми системами, различными онлайн-сервисами и мобильными приложениями. На занятиях им рассказали и о возможных угрозах в соцсетях и интернет-магазинах. Как обезопасить себя, если позвонили якобы из банка или полиции. Курсы цифровой грамотности проходят в центрах общественного доступа на базе библиотек. В этом году сертификат цифрового куратора получили 162 человека. В следующем году Депинформтехнологии Югры планируют расширить аудиторию обучающих семинаров до 1500 человек.